увидели здесь памятники. Сейчас мы подходим к дому офицеров. Здесь у нас проходят всякие выставки, спектакли. Такое все. Всякие интересности. Продажи. Утки там, все так. Саженцы. Называется у нас ОДО. Все время что-нибудь реклама. ВАДО. ВАДО. Вот здание красивое. А, вот эти памятники? Да, вот 4 памятника. Угу. Ну, правильно называется Дом офицеров. Дом офицеров. Угу. Ничего не сказал. Памятники поставили. Ну, тут там солдат Первой мировой войны. Ну, тут какие-то. Там на площади елочку уже поставили. Красивая. Елочка. Однообразная какая-то она. Правда. Мне кажется, в прошлые года как-то красивее они были. ДОДО пицца. Асфальт новый положили. Ну, Женька. Женька, ты что мне в камеру залез? А, Женька? Ты что в камеру ко мне залазишь вечно? Деревом пахнет ароматно. Невозможно, как пахнет деревом. Срубовой домик. Там будет Дед Мороз сидеть. Обалденно пахнет. Обожаю запах дерева. Елочки. Ну, елочки какие-то. Как треугольники какие-то наряженные. Ни туда, ни сюда. Да? Не помню, сказала. Площадь Куйбышева это у нас. Жень. Что ты будешь делать? Да. Ну, с другой стороны. Здесь мы, кстати, с вами были весной. Почти начало лета. Здесь была травка, деревья росли. Уже такие зелененькие были, с цветочками непонятными. Сейчас теперь уже начало зимы, декабрь. Уже до Нового года. Остается меньше и меньше.